Мы должны вернуть вынужденных переселенцев, мы должны вернуть сотни тысяч азербайджанцев, но сегодня это невозможно из-за мин. Сотни тысяч мин были заложены армянами и за последние 7 месяцев после окончания войны. Более 100 азербайджанцев были убиты или ранены из-за того, что Армения не предоставила нам минные карты. Как передает канал 13, об этом в субботу заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время принятия верительных грамот новоназначенных послов нерезидентов 10 стран. Глава государства сказал, что в последнее время благодаря активным контактам международных организаций мы приближаемся к получению определенной информации о заложенных армянами минах. Надеюсь, что скоро будут хорошие новости, но я не хочу ничего говорить, пока не получу эти результаты. Но Армения должна дать нам карты всех мин, всех сотен тысяч мин, которые они закопали. Если они этого не сделают, это еще раз продемонстрирует террористический характер этой страны, подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев.